Всем привет, с вами Юный Пап Магазин. У нас сегодня опять такое экспериментальное видео. Мы взвешиваем всю линейку квадрокоптеров MGX. Так, вот у нас весы. Сначала давайте начнем. Самых маленьких. Начнем с мелких. 929. MGX X929 с камерой дрон. Вес его 28 грамм. Да, 28. Следующий. MGX 919. 919 MGX. 30 грамм. А, вот 919 с камеры. Без камеры мы уже готовимся. X901. 901 такой. Спайдер. 23 грамма. Так, дальше у нас 902. 902. Паучок. 19 грамм. Меньше, чем меньше, тем бить. Дальше у нас пускай пойдет вот такие модели. 104-й, и вот аккумулятор. Нет, вот это. X104G. Так, дальше мы уже... Да, сейчас надо будет подставочку организовать. Выключили. Включаем, обнуляем. Вот, вот грамм. Квадрокоптер 139 грамм и аккумулятор добавляет 179 с аккумулятором. X104G. Да, 104G. Дальше 103. X103. Все ссылки на дроны в описании мы приложим, там же есть обзоры. Так, значит, 249 грамм. Это 100... Третий. Да. 249 грамм с аккумулятором. Аккумулятор здесь потяжелее, потому что там встроено сразу зарядное устройство. Дальше BUX 3 mini. BUX 3 mini. Yes. Дрон 128 и аккумулятор 185 грамм. BUX 3 mini с аккумулятором. Дальше вот этот BUX 8. BUX 8 это обычный или Pro? Это обычный, без камеры. Здесь обычное ничего. Место есть для камеры, да. Бакс 8 265 и с аккумулятором 352 грамма. Бакс 8. Дальше X101. 101 без камеры, но там есть у нас модификация с камерой. Камера еще добавит немножко. 101 280 грамм и аккумулятор добавляет 349 грамм 101 MGX. Да, все ссылки на товары будут в описании. Там же по ссылкам можно посмотреть и подробные видеообзоры на каждую модель. X601. 601 186 грамм. С камерой уже шестилопастной. Это 102. X102 MGX. Тоже подвес идет для камеры. Камера отдельно. 280 аккумулятор. Получаем 344 грамма. BUX3H. BUX3H. Взвешиваем. 300 грамм квадрик и аккумулятор 415 общий с аккумулятором B3H, MOX3H. BUX5W уже с камерой. B5W, причем это новая версия, Silver. B5W Silver, 300 грамм квадрик и 406 грамм с аккумулятором. Новый дрон, кстати, тоже скоро будет обзор, размещен на сайте. Светка моя. И сейчас у нас еще несколько мы дронов распакуем, подготовим. Так, вот у нас есть тут X401. Давайте 401 пока взвесим. Так, стоп, здесь нам цепляет. 115 грамм, 401 квадрокоптер. X401H. Это вдруг 114-115. У нас паучок. Это X600. 172 грамма, 600 MGX, 6-лопастной тоже. Так.
Дальше у нас Бакс 3 Pro. Значит, взвешиваем мы его раз одного. 311 дрон и аккумулятор. Потом аккумулятор. И 400 метров. И камера. 500 грамм с камерой. Моделька. Так, дальше хочется... B2SE и B4W, да. Так, с аккумулятором. Да, вставим. Сейчас. B4W. 468 это дрон и аккумулятор. 634 грамма такой B4W. Да. И последний B2SE. .323 грамма это дрон и аккумулятор 443 грамма. Ну вот у нас вот теперь да, такая вот завал дронов, поэтому всем спасибо за внимание, смотрите дальше наши дроны. Все, да? Угу. Всем пока, ставьте лайк.